Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю рыцарских турниров, с вами Сынт, мы продолжаем играть в Растлер. Собрали мы в прошлом эпизоде 5000 монет, так нам необходимых для того, чтобы принять участие, собственно, в рыцарском турнире. И пошли, не будем тянуть кота за яйца, быка за рога. И тут вино веритас, я думаю, еще, кстати, да, должно быть какое-то задание с чуваком, который нас предал. Мы должны пойти его наказать. Что? Что вы молчите? Что такое? Мне кажется, мы что-то забыли. Эй, разве мы не должны были сегодня записаться на турнир? Вот черт! Запишись на турнир. Окей, возможно, мы на турнире его встретим. Так. А это кто такой? Слышь? Слышь? Ты кто? Ложь что, да? Стоит, смотрит. Это он же. Да, это он же залагал. Да, походу он. Ну и ладно. Два чувака теперь в мире таких великолепных, которые особо не помогают в битвах, но являются нашими закадычными друзьями. Что поделать? Что поделать? Погнали. По обмундированию. У нас есть вообще все и даже большее. Есть Экскалибур. Экскалибур. Как правильно, да, поправил меня один подписчик. Правильно, Экскалибур. Есть копье, автоматический арбалет. Лютня можем сыграть, успокоить чьи-то нервы. Или, может, наоборот, разгневать кого-то плохой игрой. Щиточек, броня. Все как надо. Все красиво, все как у людей, как говорится. Так, где тут этот турнир? Здравствуйте. Здравствуйте, сударь. Я принес 5000 монет. Привет, мы хотели бы записаться. Как раз вовремя, мы вот-вот закроем регистрацию. Завтра стартует первая часть турнира. Предлагаем хорошо отдохнуть, чтобы быть в наилучшей форме. Ладно, в конце концов, ты прекрасный фехтовальщик. Я думаю, ты справишься. Ву! Иди ко мне. Еще сначала нам следует ослабить твоих конкурентов. К счастью, мы оба знаем подходящего человека. Шипучая выпивка? Выпивка? Эх, никогда не стареет. Посети специалиста по травам. А, да, вот с ним я задавался вопросом, когда будет... Залезай давай. Ты со мной или без? Пусть здоров. А, ты без меня, да? Не поедешь со мной. Я задавался вопросом, когда будет какой-то квест с этим самым. С товарищем травником. А вот с этой красной скоростняк, который может быть достаточно красный, чтобы мы его смогли отдать коллекционеру. Да и он, в принципе, сейчас быстрее поскачем на скоростнике. К... Я так понимаю, его зовут Веритас. Куда скакать? Ага. Деревушка наверху. Наверху карта. Отлично. Так. Будем, видимо, что-то подмешивать. Пойло. Местное. Спокойно. Здравствуйте. Что за... Что случилось? Ах, привет, мы тестируем новейшую партию травяных чаев. Это спиртное со вкусом травы? Тебе правда это интересно? Идеально. Слушай, если ты хочешь протестировать эту штуку, я знаю толпу, которая вот-вот начнет веселиться. Хм. Я не говорю нет потенциального покупателя. Бери, что тебе нужно, и никаких вопросов. С этим поосторожней, понял? Это хрупкая вещь. Садись на повозку с выпивкой. Блин, лошаду придется оставить. Отвези повозку на турнир и избегай повреждений. Так, товарищи, давайте я вас не буду сбивать. Отойди, пожалуйста. Жалко, что нельзя как-то клаксон подать, чтобы людей разогнать. А можно на тап. На тап. Лошадь держут. Означает, сваливай с дороги. Так. Отвези повозку. Пока не сложно. Если на повозку никто не нападет, будет вообще замечательно. Отлично. Можно немножко сократить продольной дорогой. Как говорится, я знаю короткий путь.
Да блин! Ездит по центру дороги, твари. Как же правостороннее движение, или вы его еще тоже не изобрели? Эй, ты не можешь ехать со своим алкоголем. Я должен отвлечь охрану. Найти и нанять барда. Блин! Я сам бард. Ребята, вы слышали? Смотрите, как пою. Вы охренеете просто, какой я бард. Здесь барды. Барды, выходим. О, бард. Здорово. Ура, я еду в тур. Отвлеки страж с помощью барда. Садись. Погнали. 10 монет стоил бард. Отлично. Хорошо, что у нас были эти деньжищи. Было бы забавно, если бы денег не оказалось, если бы у нас было 9 монет. Выходим, бард. Это посвящается всем трудолюбивым стражникам. Доставь повозку с выпивкой другим участникам. Так, ты мне не даешь пройти к повозке моей. Ха, и все, и сразу не замечают ничего. Товарищи рыцари, не хотите освежиться вкусным алкогольным напитком? Ну, не возражаешь, если я это сделаю? Да пожалуйста, похоже, здесь вместо пива подают кошачью мочу. Нажми Е для подачи алкоголя быстрее, пока они не поняли. О. Так. А кому? Держи. В смысле? Е нажал. Я чувствую запах абрикоса? Удивительно. Сейчас ты охренеешь с прихода. Ой. И запах абрикоса, и мандарины, и чего хочешь. Чудесное послевкусие, да. Пей. Великолепно. У меня у самого же голова кружится уже. Зеленеет все в глазах. Могу я попросить еще стакан? Можешь, конечно, братан. Даже все за мой счет. Ву-ху. Езда на бочке. Я сейчас сделаю сальто. Эй, лысый парень, я выиграю этот турнир. Только подожди, я самый крутой чувак в округе. Сука, пожалуйста, держу пари, что ты не смог бы оседлать лошадь. Ох, я подержу мое пиво. Где лошадь? Я готов, да? Давай, пошли, брат. Садись на очень тяжелую лошадку и наслаждайся вождением в нетрезвом виде. Да, где? Где лошадка? Это не очень тяжелая лошадка. Сбей сэр Родерика таранная скорость. Серьезно? Сэр Родерик! Мы тут напились, короче, я не знаю. Уф, это моя селезенка и... Это же мусор. У меня есть это в сумке. Ни одна стрела не достанет меня. Давайте, болваны. Чушь, ты дерьмовая актеришка. Как бы тебя ни звали, сэр. Одна золотая монета, так сказать. Ты готов заплатить, потому что ты клевый. Проверь навыки сэра Вильгельма, отклоняясь от стрел. Так, сэр Вильгельм. А где стрелы? Я стрел не вижу. А, проверить его навыки отклонения от стрел. Привет, тьма, мой старый друг. Кто-нибудь еще, ребята? Есть еще дерьмовые претензии, нет? Я думаю, они добрые, они вроде как бы пьяны, сэр Гай. Какая жалость. Итак, в дорогу? В дорогу. Квест выполнен. Гай, успокойся.
А, мы стоять не можем. Доступно улучшение. У нас 9 очков. Окей. Максимальный запас стрел на 3. Улучшил. Это хорошо. Где сейчас, правда, новые стрелы возьму, я не знаю. Может, тут где-то валяются. А, тут был бар, замечательно. Я пошел искать его. Хрен знает куда. Так, Гай, успокойся. Начинаем. Руби и кромсай. Но мы двух оппонентов убрали. Третий еще жутко пьян. Глянем, поможет нам это или нет. Дамы и господа, этот турнир уже сюрприз. Из-за переломов ног и рук некоторые участники были дисквалифицированы с турнира. Несмотря на это, первые соревнования стартуют по плану. Правила просты, вы сражаетесь друг с другом в поединке на мечах. Вы должны выиграть 3 боя, чтобы перейти в следующую стадию турнира. Кстати, вот и она, наша прекрасная принцесса, готовая даровать свои благословления участникам. Где принцесса? Что угодно, продолжайте. Нормально. Миледи? Что? Удачи обоим мечам в уху. Теперь я могу идти? Славная принцесса. Для нашего первого боя есть сэр Родерик, сын Роберта, и сэр Гай, сын Гай Лорда. Пожалуйста, не так громко, моя голова. King Life. Начинайте. Он с копьем. А, я не могу оружие поменять, я понял. Тихо, тихо, молодой. Да, твареныш. Сэр Гай сокрушает своего противника эффектно. Ой, солибарный пацан. Становится действительно интересно. На подходе сэр Галахад и сэр Гай. Кажется, меня сейчас вырвет. О, подожди. Начинайте. Хорош. Блин, почему я оружие не могу поменять? Это нечестно. Было бы честно, во-первых, или чтобы все на мечах, как он сказал, в правилах заявлено. Или чтобы я тоже мог выбирать любое себе оружие. Я бы арбалет выбрал, покарал бы его. Сюда подошел. Бум! Победа сэра Гая. Большинство сегодняшних боев немного короткие и полны рвоты. Но всегда приятно наблюдать за свирепым сэром Гаем. Его последний бой будет с сэром Хербом. О, тот самый, который нас предал. Ох, простите, я ошибся, он будет драться с сэром Гевином, который, кстати, до сих пор интересуется, есть ли у кого-нибудь что-нибудь от головной боли. Ух, моя жизнь, это боль. Итак, кульминационный момент. Начинайте. Я готов. Главное, чтобы брони полностью восстанавливают. После каждого боя. Сюда иди. Сюда иди. Бедолага. Это был наш последний бой. Сэр Гай переходит на следующую ступень вместе с 7 другими храбрыми рыцарями. Его до сих пор шатает, он стоять нормально не может. Хорошая работа, следующее соревнование рыцарское. Так что нам понадобятся хорошие доспехи и лучший конь. Встретимся позже, я постараюсь проследить за Хербом. Давай. Да, Гай, успокойся. Тебя до сих пор держат, бедолага. Так, давайте это задание возьмем. Гай. Гай, остановись. Сам броню подобрал. Так, ну, давайте сюда, тут, наверное, коняку будут давать. Глаза лошади. Что это такое глаз лошади? Чей глаз будем брать?
Бадди. Да. А что если я скажу тебе, что я не слишком хороший в рыцарских поединках? Ну, я бы сказал, что ты скромничаешь. Ты ведь раньше участвовал в рыцарских поединках, верно? Нет. Ой, ох, ты же знаешь, что конкурс уже не за горами, верно? Да. Черт, хорошо, хорошо, дай подумать. Есть только один способ. Мы поедем к старому мастеру рыцарских искусств, уединенному на краю света, вроде того. Гай. А откуда, черт возьми, ты знаешь такого парня? Он, блин, реально ходит туда-сюда. Ну, я не знаю, Гай, вот что я делаю. Почему ты раньше не сказал мне, что ни черта не знаешь о рыцарских поединках? Ты никогда не спрашивал. А, честно, все. Так, где лошады? Ууу, скоростняк. Какой он красный, какой он скоростняк. Ага, ага, все, я понял даже, куда мы поедем. Локация, которую я находил, и которая была, выглядела такой заброшенной, непонятной. Я говорил, скорее всего, там будет какой-то квест. И, собственно, да. А лошадь сама скачет как-то пьяненько. Блин, сэр Гай, сконцентрируйтесь, пожалуйста, я вас молю. Вы не можете ровно скакать. А это проблема для нас. Мы врезаемся в камни и прочие вещи. Вот сюда нам. Мы здесь, делай все возможное, чтобы он научил тебя. А я постараюсь как-нибудь саботировать других участников. Не облажайся, Гай. Сенсей человек эксцентричный. Ты сенсей? Ты манекен. Усюка, я тебя сейчас накажу. Все, наказан манекен. Здравствуйте. Эй, ты, мне нужно, чтобы ты научил меня рыцарским навыкам. Нет, уходи. Это древнее искусство, тебе нужно быть единым силой с собой. Ты недостоин. Хочешь на состязание? Тогда докажи, что ты достоин этого. Ответ в пылу битвы. Мы сражаемся. Неважно, по крайней мере, я в этом хорош. Используя палку, получи твердую древесину. Как в старые добрые времена. Вот, держи. Что? Без разговоров, сражайся. А только палкой? Тихо. Ага. Веселая битва. Воу, воу, что мне палкой отмудохают. На, на. Выходи из болота. Мы сейчас завязнем там вместе. Давай, давай, давай. Иди сюда. Сюда иди. Палочник. Палочник, говорю. Ты силен силой. Но у меня есть броня, я научу тебя сражаться. Кстати, у тебя есть кетамин? Нет, что за вопрос? Стоит попробовать. Что за кетамин? Добавлено в инвентарь арбалет, получены боеприпасы 15. Что хорошо Чтобы хорошо сражаться, нужно чувствовать силу. Будь силой, как одно целое, и сражайся. Доверься инстинктам, когда не видишь. Сначала я прикрою глаза, ты стреляешь в манекены. Неужели это имеет какое-то отношение к рыцарским поединкам? Тихо, смотри, сосредоточься. Видишь манекены? Ага, вижу. Никаких разговоров. Хорошо, теперь еще. Почти. Ты точно не подглядываешь? Еще одна цель вне досягаемости зрения. Почувствуй силу внутри себя и стреляй. Отпусти и ударь по последнему манекену, ты можешь это сделать. Да! Ох, черт! Без проблем, без проблем. Просто маленькая смирительная рана. Оуч, я един силой, я исцелюсь. Бедолага. Ты хороший ученик, я доволен. Отлично, когда мы доберемся до рыцарского турнира? Да пошел ты, я не хочу быть лошадью. Не говори глупостей, ты скачешь, ты рыцарь. Если закрыть рот, ты можешь отправиться в путешествие. Тихо, тихо, теперь в город, лошадка. Фух, лучше бы это было хорошо, иначе у тебя будут сломаны ноги. Он теперь играет маскота футбольного клуба ЦСКА или хоккейного клуба ЦСКА. Отведи мастера на старую городскую дорогу. Хорошо, ты лошадь, ты чувствуешь лошадь? Ты един с лошадью.
Я пытаюсь. Без пытаюсь, просто сделай. Един с лошадью, един с силой. Единство со всем. Ты участвуешь только в защите. У него стрела в бочине, да, я в него попал. Лол, я вроде в сторону манекена стрелял. Так, мастер. Вы уже практически в городе, мастер. О, мы даже теперь перестали шататься. Так, а ну пропускаем, помеха справа, я поворачиваю вообще-то. Просто отличная картина, человек в костюме лошади, на нем какой-то старый безумный старик со спиной в спине. Ой, со спиной в спине, со стрелой в спине. Со стрелой в спине, конечно же. Мы здесь, как ты себя чувствуешь? Как будто я собираюсь выплюнуть свои легкие. Хорошо, подожди, мне нужен кетамин. Что за кетамин? Будь один с лошадью, жди терпеливо своего мастера. Ну ладно, он не торопится. Как это может быть? Редчайший из редких лошадей неуловимый Манхуф? Отвали, я не... Боже мой, говорящий, это невозможно. Ты должен быть в моей коллекции, идем, идем, ящик ждет. Погоди, что ты... Нет, проклятые лошадники, оставь наездников в покое, кыш, кыш. Фу, еще один тренер хочет сразиться, у меня кончились лошади. Ну, ну, хороший конь, очень хороший. Ах, ладно, а теперь мы участвуем в турнире? Да, да, состязание, сейчас мы идем на поле, подожди. Почему вытянутое лицо? Ты больше не будешь кататься на свинье? Нет, черт. Ты хорошая лошадка, но не веселая. Совсем не веселая. У них странно, немного диалоги пошли, но... Ну ладно, отвези своего мастера на турнир. Теперь нужна нормальная лошадь. Где тут припаркованные лошады все? Мастер, вам как со стрелой в спине? Нормально живется? Блин, красть прямо из-под кого-то лошадь можно, но опасно. Я не хочу сейчас привлекать полицию. О, там конь. Пойдет. Мне любая сейчас сойдет. Садись, мастер. Докачу. Прям на латах сидишь. Наверное, удобно капец. А че ж на латах не посидеть? Ой, какой трактир. Night Club. Girls. Прикольно так все продумано, прорисовано. Эти мелкие детальки, которых так не хватает многим играм. Танконь наш. Мастер на турнир. Сейчас будем на турнире. Сейчас. Уже скоро. Блин, всего 99 монет, это прям плохо. Кто тут? Ага. Ясно. Мастер, вы на турнире. Хватит, мы здесь. Садись на металлического коня, сейчас же мы сразимся. Сосредоточься, да? Будь единым с лошадью. На чем сражаться будем? Поединок на копьях, ё-моё. Теперь один с лошадью. Почувствуйте силу. Отпусти. Подъезжай к своему противнику, используя мышку, чтобы прицелиться, и нажмите кнопку ЛКМ для атаки. Я понял. Блин, это сложно. Это в игре сложно. Представьте в реальности, как это сложно было. Да я понял. Оу! Соперник получил очко. Лол! Серьезно? Хрена ты мощный, мастер. Соперник получил очко. Это сложно, блин. В такой изометрии это сложно. Да как? Мастер, блин. Хорошо, хорошо. Еще. Ты получил очко. Окей, 2-1, но он-то выигрывает. Окей. Уф, очень хорошо. Ты лучший ученик. Я больше ничему тебя не научу. Ты готов.
Он под текстуры пропал, как будто сдох. И если ты так уверен... Там, блин, мешок с монетами с ним остался. Получено 4 очка навыка. Окей. Квест выполнен, можно на турнир уже пойти. Мы сейчас занимаемся подготовкой к турниру. Опять у меня этот обычный дешманский арбалет. Где мой... Гай перестал ходить сам. А где нормальный арбалет? Который как бы автоматический. О, конечно, да. Конечно, да, ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Лошадь. Спасибо. Поехали еще один квестик сделаем. Бездельник. Окей. Короче, полностью красного скоростника я найти пока не могу. Для коллекционера лошадей. Не сбиваем этого товарища, потому что он станет агрессивным. Начнет свистеть свои свистки, орать. Полиция, полиция. Так, сохраняемся. На всякий случай. Святая корова. Герой, которого этот город заслуживает. Рыцарским искусством мы обучились, теперь нам нужна подходящая лошадь. Как сказал наш товарищ Бадди. Приятель, я нашел идеальные доспехи для твоей тощей задницы. Слышал когда-нибудь о Железной Леди? Идеальные прям доспехи, лучшие в мире, блин. Правда? Мне... А, я нажал как раз, когда сменилась фраза. Правда, мне с 3 лет снятся кошмары после этой чертовой штуки. Нет, я не об этом. Железная леди. Она как странствующий рыцарь. Женщина, закованная в большие железные доспехи. Борется с преступностью на улицах, исправляет ошибки и все такое. Никто не знает, как она на самом деле выглядит. Но ходят слухи, что она всего лишь служанка при дворе какого-то дворянина. И она просто одолжит мне свои доспехи? Конечно нет, тебе придется снять его с нее. И как мне это сделать? Ну, это немного необычно, но есть парень, который может нам помочь. Они зовут его капитан Средневековья. Я не могу сказать, каламбур это или мимолетный проблеск ума. Скоро ты все узнаешь. Я уже договорился о встрече, так что поторопись. Еще один момент. У парня могут быть неприятности с законом. Поаккуратней с ним по дороге, хорошо? Познакомься с капитаном Средневековья. Это вот есть капитан Америка, да? А есть капитан Средневековья. Так. Да где палка у меня в инвентаре? У меня что, опять отняли палку? Опять палку отняли из инвентаря? Ну это нормально. Хотел с факелом поскакать. Ладно. Скачем так. В темноте. Меньше внимания будем привлекать. Сюда? Тут район красных фонарей, да, я уже понял. А, вот, вот там парень. Как тебе добраться, слушай, товарищ? Где проезд во двор? Да ёб твою ж мать! Ну мудак, потому что, ну мудак стоит, блин, он стоит, тварёныш. Сейчас от полиции бы убегать, да? Сейчас, рву плакат, все, свидание. Уехал отсюда. Блин, эти люди, которые стоят, хрен пойми как, хрен пойми где мешают. Ходят по дорогам. Господи. Ужас какой-то средневековый. Так, замечательно, проезжаем. О, подкопка. Хорош. Копытник. Окей. Здесь никого нет? Странно.
Ох, боже, ты здесь. Как поживаете, товарищ негодяй? Как тебе мой пресс и крутая лошадь? Хороший пресс нарисованный. А? Я ведь не какой-нибудь чудак средних лет, который ничего не сделал в жизни, верно? Верно? Ха, в любом случае, ты Гай. Хочешь посмотреть мою мужскую берлогу? У меня есть дорогие пыточные машины и классные значки с цепочками, демонстрирующие свои лодыжки. Чувак, сосредоточься. Железная леди. Ах да, конечно, извини. Видишь ли, я вроде как ее заклятый враг. Может, она и странствующий рыцарь, но я знаю, как ее выманить. Прежде всего, ничто так не волнует настоящего рыцаря, как старая добрая несправедливость. Давай начнем с этого. Устрой хаос, чтобы достичь розыска 4 уровня. Давай на твоей лошади. У тебя быстрее, у тебя скоростняк. Хаос 4 уровня. Так, в общем, твой план, просто все испоганить? Нет, ну, да, вроде, но не совсем. Она очень занята, она не может быть везде одновременно, понимаешь? Я не успеваю читать, потому что мне нужно концентрироваться, блять, на дороге. Буду людей давить. Это не очень удобно уезжать от полицейских на быстрой лошади и пытаться прочитать диалоговое окно. Почему, блин, хотя бы не озвучили это на английском? Так, а если я полицейских давить буду? Да ты заколебал дудеть. Ту-ту-ту-ту. Ой, как ты меня задрал, секунду. Так, опять же, я вспомнил. Спасибо. До свидания. Как мне хаос устраивать, если я не могу хаос устроить? А, я потерял розыск вообще. Замечательно. Второго уровня. А вот это уже лучше, просто из арбалетика по товарищу выстрелили. Блин, я не могу стрелять из-за пассажиров назад, да? Я понял. Ха-ха-ха-ха, лошара! Да-да-да. Как 4-й уровень получить? Чтобы меня не поймали еще при этом. По городу бегать? Да-да-да. Хорош. Давим, все, хаос устраиваем. Блин, кого бы задавить? Уже полицейские сами кого-то давят. Спокойно. Блин, ну это сложно. Ах, не задавил этого товарища. Какое-то охранное предприятие у них, да. Военная база целая. А, я уже у моречки. Ребята, ну дайте мне еще розыск. Я такого редко попрошу, ну пожалуйста. Добавьте розыск. Серьезно? Я уже столько людей позбивал. Не, ну это бред. Игра просто не хочет мне добавлять еще одну звездулю розыска. Ха! Минус. Лошара. Лишний.
Умер. Воу! Почему не дают? Камон. Ну это, блин, неинтересно. Я уже убил столько полицейских, и мне не дают розыск. Ага. До свидания. Еще раз задавлю тебя, задавлю тебя. Три. Хорошо, три. Очень весело. Невероятно просто. Ты скоростника не догонишь никогда в жизни, слышишь? Рыцарь. Где этот рыцарь проклятый? Где рыцарь? Где рыцарь, я спрашиваю. Ой, господи Иисусе. Вот он, рыцарь. Промазал мимо. Таранная скорость. Он сказал, дерьмовые маневры лошади. Нормальные маневры лошади, нормальные. Не дерьмовые. Боже. Я один розыск потерял, понял. Что если я с ними посражаюсь просто? Я думал, на лошади будет проще. Че, и все? Эй, ребята, ну камон! А вот, идет. Слышь, умер. Дайте розыск. Дайте розыск, я 10 минут, блин, розыск тут пытаюсь добиться розыском. Камон, издеваетесь, что ли? Умер! Третий. О, рыцарь. Здравствуй, молодой. Так, сейчас я тебя обойду со спины. Умер отсюда. Хорош. О, этот неавтоматический арбалет. Ой, извини, дружище. Какие-то слабые они. Блин, когда есть соратник, который мочит. Ты прям огонь. Опа, молодой. Спрыгивай с лошади. Тварь. Ну, четвертый розыск. Сюда иди. Мы тут побольше устроим. Как по мне, становится слишком жарко. Кэп, говори уже. Ладно, успокойся. Я не то, чтобы я преследую ее или что-то в этом роде, но в городе есть специальный сигнальный свет. Когда наступает тяжелый момент, они используют его, чтобы позвать на помощь Железную Леди. Вот что мы сделаем. Сигнальный свет? Погоди, а почему они его еще не использовали? Понятия не имею. Обычно я бы сказал, что это день стирки, но я почти уверен, что для нее это понедельник. А. Добраться до железного сигнала. Садись! Блять! Ох, конечно, да. Ты мог просто сесть. Блядина. Ну ты не мог сесть на лошадь просто, ну ёб твою дивизию! Подожди меня. Тварь какая, почему ты не мог просто на лошадь сесть? Это что так сложно было? Иди сюда, блин, иди сюда. Да, блин, какой пенетрейшн устроили.
Классное задание. Лучшее, блядь. Ты не мог просто сесть на лошадь, чтобы мы ускакали от этих тварей. Все, у меня хелов нет. Подожди, подожди меня. Да завали ты там. Подождун хренов. Сейчас нужно потерять хвост этот теперь. Хрена его потеряю. 4 звезды это уже не все. Так просто. Скоро танк вызовут. Средневековый. Танк да Винчи какой-то. О, это быстро ты можешь быстро бегать. И почему ты сразу к лошади так не побежал, мудак? Ё-моё! До свидания. До свидания. Да блин! Хелов нет. Любой удар и все. Потрачено. Потому что тварь просто не смог вовремя запрыгнуть ко мне на лошадь, чтобы мы уехали. Жопа сгорела. Просто от этого мува одного сгорела задница. Ладно. Заканчивать будем на сегодня, потому что проходить еще раз это безумие, у меня сейчас нет желания абсолютно никакого. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте и увидимся в следующем эпизоде прохождения Rustler и в других играх. Всех обнял.